допустим, Солнце, Венера, Востока. Так. Вот. Дальше размер 50-80 грамм. Дальше. Вкус. Слаще поцелуя. Ты продолжаешь? Ну, не могу я никаких характеристик составить. Не могу. А если характеристики брать из интернета, если там будет какой-то процент, он вообще не скажет процент. Содержание, допустим, витамина С. Вообще тебе это говорит? Содержание сахара. Вообще тебе мне ничего. И вот получается. Правильно, Дмитрия можно послать, если вот сюда. Не то, чтобы потом, вот сюда послать его, да? А может быть, проще ориентироваться, как я привык. Вот. Вот такие вот сорта, да? Вот я набрал. Вот мой сайт, вот фотогалерея. Вот такие сорта, они не могут быть. Они не могут быть невкусными. Не могут быть. Понимаете? Ну, как я отличу? Вот посмотрите. Тут несколько сортов абрикосов. Как я скажу, какой сладкий, какой нет? Ну, у меня манжурцы. Я рассказывал эту удивительную историю, когда ко мне приезжала главный редактор газеты «Фазента» Головина Ирина Владимировна. И уже ничего не было, уже оставались одни манжурцы с этого патриарха. Ну, то ли два, то ли три дерева. Фотография есть моя это. Дашка помогала собирать, будучи еще ребенком. Вот. Собрали. Три или четыре дня в пути были. Приезжаем к Красавец, говорит, ведра пустые. Я говорю, что выбросили? Съели. Манжурцы съели. Всю дорогу ели. Ну и я как бы оправдываюсь. Вот смотрите после этого. Значит, можно Дмитрия послать к нему, а если некоторые, я могу помочь в поиске нужной информации. А он бы пусть оплатил в будущий фильм, а сейчас разбежался. Я просто сказал как. Вот придет осень. Буду, если нормально, жив, нормально себя чувствовать. Я приду к Тоторову вместе с этим самым. Самым вот этим вот. Вот что я снимаю, видите, вот этим. И скажу. Володя, гражданин Тоторов, пойдем по саду. Подходим, сорт такой. Примерно, ну, во время плодоношения, примерно вес, ну давай это, давай вот так вот еще расколем. Давай надкуси, чтобы все видели, что ты не морщишься. Вот все, что я могу позволить себе. Насчет оплаты. Вот что интересно, да, допустим, сейчас я пару примеров вспомню. Сергеев. Мы с ним создавали фильмы, несколько фильмов вместе. Помните, там же, где тот самый случай, когда искалечил дерево, нельзя плоды с него есть. А? Эти, как вас назвать-то там? Феи в одном случае, темирязицы в другом. Эти были фильмы. Он взял несколько фильмов, и я только рот открыл, раз 10 тысяч присылает. Я благодаря ему и снял еще сотню. Ну, не сотню, полсотни. Так это Сергеев. Вот. А на днях, в эти дни, 4 фильма мы сняли вместе с этим самым. Вместе с Макаром. Вот они. Садовод Макаров, садовод Макаров, садовод Макаров. Вот. 800 рублей, по 200 рублей я заплатил. А пятый? А пятый фильм сейчас девочка уже его монтирует. Вот. Макаров прислал 1000 рублей. Я его не просил эту 1000. Вот так вот. А здесь как написано? Пусть бы оплатил. Ну, будем надеяться, что найдутся эти люди, которые скажут. Да, я видел фильм. Благодаря этому фильму я спасу не одно дерево, а может быть весь сад. Вот. А сколько людей написало? Мы уже искалечили. Мы уже искалечили. Значит, фильм мы увидели поздно. Я им ничем не помог. Сад, руки опущены. Пропади все пропадом. Вот. Где-то было написано. А, это было раньше. Нет, еще будет. Опять горькое письмо.